Приветствуем вас, дорогие друзья! Вы, как всегда, на канале в гостях у Елены. И вот настал тот день и тот час, когда к нам приехали устанавливать фундамент. Это сваи. Идеально прям все, каждый момент не буду снимать вам, потому что, ну, сваи они и в Африке сваи. Вот, а когда будут устанавливать дом, конечно, там буду я очень много снимать. Там и погода будет хорошая. Сегодня на улице дождь, холод. Ну, не такой уж прям холод, но все-таки. Так что начало работы начинается. И настроение прекрасное, потому что все начинается с профессионального знания, как говорится, а не как в прошлый раз. Поэтому очень-очень приятно. Мы сейчас с Артемом пойдем попьем чайку. Сейчас еще нет 8 утра, мальчики приехали. И потом придем сюда и еще сниму какие-то моменты. Вот, потому что, ну, опять-таки хочу сказать, фундамент, он... Вернее, сваи, ничего тут интересного нет, это только для мужчин интересно. А для вас, девочки, конечно же, будет интересней дом. Ну, обязательно покажу, когда уже поставят. Все, это я ничего не говорю, просто долгий процесс, вот этот весь я снимать не буду. Итак, дорогие друзья, я показываю, можно сказать, почти уже закончили. Показываю концовку, но, в принципе, здесь ничего такого нет. Опять-таки, это все для мужчин, а не для девочек. Вот так вот вкручивают сваи. Я лично видела это не один раз, поэтому вот, может, кто-то из вас не видел, я решила вам все это дело показать. И получается, что дом поменяли место. Видите, где теплица? Там слишком большой уклон, а здесь вот очень хорошо стал. Так что будет уже на другом месте, не там, где я вам показывала. Но ничего страшного, даже здесь еще лучше. Вот такая красота. Если кому-то нужно будет, вот я обращаюсь, тут у меня начальник, отдавать ваш ссылочку на что-то, телефончик. Вдруг кто-то захочет заказать, нет? Я потом вам это... Вот, потом договоримся, и я ссылочку или телефон оставлю внизу, в описании. Визиточку оставлю. Во, визиточку оставит, и я оставлю телефончик, все внизу в инфобоксе, под описанием, под видео все там я оставлю. И вы сможете тоже, вдруг кто-то заинтересуется, позвонить мальчикам, и вам тоже такую красоту установят. Видите, как мальчик крутится, крутится. Мне почему-то показалось из Библии место, где Далида со своим мужем с длинными волосами, он крутил вот такую вот штуку. Сразу напомнилось это место мне почему-то. Вот так вкручивается. Под уровень, видите? Там уровень. Так, у нас получается сколько? 6, 7, 8, сколько? 9 свай? 9 штук будет у нас. Так, вот. Еще остались 2. Вот, лицом будет сюда, ко мне, вот откуда я снимаю. Веранда будет с моей стороны, вход с этой стороны будет. Вот такая красота получается. Ну, не особо большой дом, но все-таки домик. 5 на 6. Вот такая красота. Уже двое впряглись. Вот так вот. А ничего не придумали, чтобы это было электрически? Нет, есть. Есть, да? Гидравлический. А, гидравлический, вот мне подсказывает, есть. Но, знаете... Когда вручную, все говорят, что сделано руками, это лучше. Так что мы принимаем это как из сильных мужских рук. Знаем, что наш дом будет стоять навечно. Дорогие друзья, я хочу поздравить вас с праздником 9 мая, с Днем Победы. Вот, у меня дедушка погиб именно прямо 9 мая в Германии. В День Победы погиб. Это мамин папа. А папин папа пришел с одной ноги, инвалид. И пожил, мне было 8 лет, когда он умер. Вот. Так что поздравляю вас. То, что мы победили. И, конечно, помним, помним своих родных и близких, кто умер за это, кто пострадал, для того, чтобы мы сейчас жили и наслаждались жизнью. И был мир. И всем пожелаю одного: мирного неба над головой,
чтобы не было войны. Это самое главное в нашей жизни. А остальное, знаете, все приложится, все будет, дорогие друзья. Ну, и я не знаю, сколько снять, что-то еще не снять. Я думаю, в этом влоге, наверное, уже ничего не буду показывать, потому что вот уже начинает опять моросить. Весь сегодня день, 9 мая, весь день пасмурный. 23 градуса, но постоянно дождь. Постоянно дождь разгоняет, видимо, тучи. Мы же в Подмосковье живем. Вот дом будет вот здесь, потому что, уже повторюсь, место, конечно, самое такое нужное, потому что для свай тоже нужно, чтобы не было слишком большой скат. Вот, видите, с этой стороны как будет пониже, вот насколько у нас, на 30 сантиметров, на полметра, вот так будем говорить, по-моему, так они говорили. Вот. Здесь у нас, по-моему, 25 сантиметров. Впереди это будет терраса. И то, видите, они не одинаковые. Смотрите, там выше. То есть уровень, они под уровень все делали, заливали цементом. Молодцы. Мальчишки отработали отлично, девочки. Кому надо, обращайтесь. Настолько внимательны. Такие общительные, такие правильные. Все спрашивали. Все тут, я же говорю, вот первый раз это просто в страшном сне, что было. Вот, вспомнить. А второй раз, конечно, мы заказали замечательно. И вот почему я уже так вот себе думаю, как будет дальше, будет участок разделен. Вот там будет дом. Вот здесь вот видите скат. Здесь тоже. Здесь вот будет у меня альпийская горка с другой стороны, с этой стороны. Здесь тоже будет ручей. Здесь мостик. Я уже себе нарисовала другой план. Это вот все эти уберем. И здесь то же самое. То есть посередине, вон там будет у нас зона отдыха. Вот дом и все, что вокруг дома, будет очень красиво. Здесь будет идти, как его, мостик. Я вчера смотрела, мы ездили, мне очень понравился мостик один, он железный, красивый, кованый. А дальше здесь это будет у нас зона огородная. Вот так уже все как бы решили. Все должно разделяться, все будет красиво. Здесь вот будет, конечно, вход, арка будет поближе сюда, там дальше мостик. И сюда можно будет посадить, как в виде изгородей, туи различного плана. Вот, так что вот так. Соседи у меня замечательные. И вот здесь и через дом я с ними очень-очень дружу. Моя соседушка Танюша, Катюша, а дальше Леночка. Очень хорошие соседи. С этой стороны тетя Галечка. Вот только недавно забрала рассаду, приходила. Так что хорошие у меня соседи. А с этой стороны, друзья мои, вот такая красота у меня. Посмотрите. Это просто нечто. Прям все это я буду в окошечко. Вот там вот я буду на крылечко выходить и буду видеть. Здесь, конечно, ну, слишком большой уклон. Не стали мы делать. Да и, в принципе, лучше. Вот, потому что здесь стоит теплица, здесь уже пусть огородная зона будет. А там уже будет красота. Очень хочется мне все это делать. Люблю красоту творить, люблю это все делать, получать наслаждение от этого, удовольствие. Вот, так что буду потихонечку делать что-то, наслаждаться этим. Ведь самое главное в жизни – это жить в мире с собой, чтобы на душе было легко и спокойно. Вот это так важно для меня. Я не люблю жить в каких-то склоках, чего-то там, когда что-то не так. У меня прямо разрушает это. Вот я поделюсь с вами. Настолько разрушает, что просто начинаю болеть. Я не люблю так жить. И поэтому я всегда избегаю таких моментов, таких трудностей, когда это не возникает где-то, что-то с кем-то. Я очень некомфортно живу. Я даже заболеваю. Поэтому мне так хочется, чтобы всегда был мир. И так лучше жить. Вот я не знаю, может быть, я, конечно, выгляжу как дурочка, рассказываю вам это. Может быть. Но я не люблю вот общаться с людьми, которые не приносят какую-то неприятность. Просто я не умею с такими людьми общаться, и мне не удается. Такие люди мне, как говорится, по шапке дают, и я не понимаю, как из этого состояния выйти, что говорить, что делать. То есть вот как-то так. Я очень люблю жить с теми людьми, которые, как я, чтобы они простые были, чтобы у меня было с ними общее общение. Вот две соседушки мои, я их просто обожаю. Я с ними подружилась настолько, что просто это место еще раз для меня стало хорошим, потому что соседи очень хорошие. Кто-то мне писал, что не покупайте участок, покупайте соседей. И это верно. И это верно, вы правы. Именно так и нужно. Надо людям доверять, нужно как бы с ними жить в мире.
и прощать их. И тогда вот только таким образом побеждается зло. Если ты будешь зло на зло, если даже, я помню, в том месте, где я раньше жила, где мы раньше жили, там с одной стороны соседка всегда искала к чему-то поругаться, и где-то что-то какой-то забор не так, и где-то еще что-то, вот. И как бы другая соседка говорит: да скажи ей так, да вот это так. Я говорю: таким образом ничего не добиться, нужно просто по-доброму с человеком. И вы знаете, я победила ее добром, и потом мы с ней дружили, потом мы продали дом, но мы с ней очень-очень дружили, и как бы все было нормально, даже у меня прощения просила. Вот насколько нужно доверяться. И даже если это вам человек не нравится, все равно здрасте, и там тесное общение — это ваше право выбирать, быть или не быть ему. Но вот, сей добро, и добро, как говорится, пожнешь. Друзья мои, на такой вот ноте, хорошей ноте, я хочу попрощаться с вами еще раз с праздником. Удачи вам, мира, любви, добра, и пусть на вашем пути только встречаются добрые, хорошие люди, с которыми вы сможете общаться, а уж соседей я вам всем желаю хороших. Если кто думает купить участок, то тоже от всей души вам желаю, чтобы у вас соседи были хорошие. Ну а вы, как всегда, были на канале «В гостях у Елены». И в дачном влоге. Пока-пока, до новых встреч!